Ну, и сразу же себе накидывать контраргументы. Вот. Я бы хотела, ну, в общем, играю 1 по 5, но это пока что на этот круг. Я прошлый раз по нулю поиграла с мячом. У меня молитва. Жесть какая-то вообще, вы так все наговорите просто. Это просто жесть. Так. Ты говоришь, что не слышал один. Я слышал один, слушал один, и мне эмоционально его речь зашла. С ними поиграл Понимаете, в чем дело? Вы от 1 до 3 вы рассказывали философию. И я вот хотел бы вас такие за скобки поиграть только с 5, не против 4. Потому что 4 мы хотя бы слушали 1, чтобы говорили про 2, и с 3 сыграли. Понимаете, в чем дело? Ну, типа, вот классно сидеть на 1, 2, 3. Можно что попало вообще. Поговорить, и все хорошо. А потом я должен в этом всем разбираться. Я в этом всем не разбираюсь. Сейчас 8 мне вот так вот. Уходи в цензу. Короче, ребят, ну, я не разобрался, честно. Вот не разобрался. Я хотел сначала думал, сколько же здесь может Торми сидеть. Классно. Я подумал, когда я нежно люблю. Иногда они сами соглашаются. Ребят, вам важный тот вопрос. Сколько мапов поговорила до 7-го? Не до меня, до 7-го. Цифру на пальцах. Двое. Я думаю, двое. Отлично. Подходит. То есть он у тебя уже красный, да? Он показал? До него тройка. Он красный, до него тройка. Окей, я просто он показал, до 7-го поговорила двое черных. Я думаю, что парень подозрительный и хочу сыграть с 9-10 и не играть туда вообще. 9-10 против 7. Спасибо. Иван, спасибо, сколько? 2-8? Ну, потом я показал 2. У меня он сказал до 7, то есть 1-6, до 7, правильно? До 7-8 один маф, и там 3-4 маф. 1-2. 3-4, по-моему. Смотрите, я уверен, играю с пятым игроком. Думаю, он очень красный игрок. Максимально красный игрок номер 5. Я должен взять игрок номер 5. Прям максимально красный игрок номер 5. Будет угадайка, я изюм и 5. И проголосую точно не 5-го. Поняли? Смотрите, думаю, 10-й красный за то, что он мне показал. И за то, что как идет стол против третьего игрока. Он мне показал, что эти черные игроки. Он уже покажет информацию. Так что у вас будет атака 10-го игрока, не у меня. Играю 5-10. Шестую я пока не хочу трогать. Вас позиция 3 красный мне не заходит. 1-2 я вас прослушал. Может быть там есть черный, может нет. Как играю 5-6-10. Мне кажется, моя маленькая красная команда победит в этой битве. Смотрите, стреляется игрок номер 9. Павлик Морозов, мне за столом не надо, то есть мои черные стреляют 9. Вот. С кем вы хотите поговорить? Представляю контуру игрока номер 3. А, это 8 пальцев. Я 3 увидел. Блин, реально. Вроде выбили зубы, а проблемы с глазами начались. Вот, мне кажется, вы с третьим хотите поговорить. Ничего нет, сидит парень, по нему там мнение расходит. Кто-то говорит, что он черный, кто-то говорит, что он красный. Четвертый вообще сказал, красный 3, мамку продам за третьего. Вот. А красный, мне кажется, 7, поэтому подозрительный. Да, мне лично показался красным игрок под номером 7. Мафия должна застрелить 9-го, потому что, блин, что это такое? Я тебе постучал, что третий черный, просто чтобы ты об этом помолчал немного. Говорит, 10-й мне сказал, что третий черный. Все, застрелите его. Он вас всех сдаст. И шериф, ни в коем случае не вскрывайтесь 9-му игроку, потому что он вас тоже сдаст. 2 по 6 в 1. Мы переходим за голосование, скажем, 1-3 в таком порядке, по которому звонится 1. Только то, что достал, пока не будет умереть. Спасибо, это на 5 голосов. Только ты вышел против этих. Какая разница? Я думаю, что та красная поговорила. Седьмого очень сильно не заподбивала. Заподбивала именно восьмого, который не нашел ни одного красного цвета, цвета именно для себя. Именно он сказал заочно 9-10. Я вот с вами я что буду, знаете, вы там сейчас сидят, стрелы. Да.
Я вот считаю шестого игрока черным, считаю седьмого черным. Знаете, игрок номер 8 что сделал? Вот вы когда-то, ну вот были в Турции, да, вот там есть такие вот люди, которые накладывают мороженое. Mm-hmm. Вот. Вот игрок номер 8 это покупатель этого мороженого, который берет и слизывает два вот этих вот рожка игроков номер 9-10. Он просто облизывает их, он наслаждается этой, вот этим вот мороженым, понимаете? Это нет, что, не оскорбление, что, я с уважением отношусь. Я думаю, что черный и восьмой ошибаются в этом случае. Я думаю, что между 9-10 и 6-1 черный игрок даже буду радикальным против, помимо игрока по номеру 4. Сломали третьего игрока, быстро! Я шериф этой игры. Один. Кто за то, что достал один номер? Почему стреляли два? Давайте мы проверим. Они не могут меня убить. Это непонятная версия. Это не понимаю. Понимаете, вопрос о том, что поднять я стоит выбор, за то, что Гомерика покинул. Спасибо, я понимаю. Пять голосов, этого недостаточно. Я сказал, шестерка не мог быть проверенным в двух шерифах. И какая у меня черная команда? Подождите, кто черный? А, я с семеркой черный? Все принимают правильные ночные посадки, закрывают ручки руками, отклоняются от меня к дивану. Подарок этой игры. Учитесь все окрасняться как первый игрок. Попыткой сломать себя стол. Это божественно. Это просто... Это я даже сейчас только не выпил, чтобы описать, насколько это офигенно. Вот. Мне кажется, красный 7. Уверенно, красный 9. Его должны были застрелить. Уверенно, красный 9. Вставляю 3, выставляю 5, выставляю 6. Для чего я выставил? Смотрите, не факт, что буду голосовать, я еще посмотрю, кого будут выставлять. У меня также подозрительный 8, но я послушаю еще 8 на предыдущий круг. Смотрите, между 9-10 у нас хихоньки-хахоньки были, да? В итоге что случилось? 10-й у нас покинул, а он был все-таки опорный красный цвет для многих. Вот для меня, допустим, он был опорный красный цвет. Если 3-й шериф, хорошо. Кого вы проверили, хоть покажите. Ёшкин. Ой, божественная проверка, просто вот так вот. Не знаю, да. Ой-ой-ой. У меня подозрительная 4, я не знаю, кто она, вот кто-нибудь понял 4, но она меня по серому очень поговорила, и 7 по серому поговорил. Пока я с 9 пока поиграю. Я больше красных пока не вижу, ну и с 3-м. Раз уж он шериф, еще шерифы будут. Еще не, все, шерифы умерли. Или вот это был шериф, да? Да. Ну все, хорошо. Ну смотрите, вот я шериф, и у меня 10 проявлено красных. Вот такая вот информация на игровой стол. Ну а что, не хотели такой информации?
я могу поменять.